В конце апреля 1943 года наша концертная бригада, фронтовая бригада, после шестимесячного пребывания на Брянском, а затем и Волховском фронтах, вернулась в Москву. И с 1 мая 1943 года я уже стал солистом Большого театра. Причем главный дирижер Большого театра Самуил Абрамович Самосуд, который как раз меня слушал и который принимал меня в театр, он мне сказал: слушайте, у вас очень хороший голос, но он так немножечко картавил, в нос говорил, но вы знаете, вам нужно поберечь голос, и сначала вы на большие партии не рассчитываете. Ну, я его поблагодарил и сказал, но вообще, то, что меня взяли в Большой театр, и чтобы не петь здесь, это уже огромная радость и огромное достижение для меня. И я стал работать. Но случилось как раз все по-другому. Уже в первом сезоне, после двух небольших партий, ну, Анжелотти в Тоске, Старого слуги в Демоне, я спел затем партию Монтерона в Риголетто, очень трудную, очень высокую. И Самосуд, когда меня услышал в этой партии, сказал: «У-у-у, как у вас звучит, давайте учить Сусанина». Я начал учить Сусанина. Но я входил в весь, так сказать, текущий репертуар. И за первый год работы я уже спел несколько ведущих партий в операх. И вот одна из таких партий была «Князь Гремин» в опере Чайковского, «Евгений Онегин». И вот тут у меня пластинка. Вот. Эта пластинка издана в Германии. Эта фирма находится в Гамбурге. И называется эта фирма «Eurodisc». Причем тут очень интересный состав исполнителей в этой опере, вот, записанных. Но дирижер был Борис Хайкин. Онегин Евгений Белов, Татьяна Галина Вишневская, Ленский Сергей Яковлевич Лемешев, Гремин Иван Иванович Петров. Вот был такой состав, ну, главных исполнителей. Должен сказать, что партия небольшая, ведь все одна ария и небольшой речитатив, который он ведет с Онегиным, Гремин. Но она очень заметная, и публика очень любит эту арию. Всегда споешь ее, если более или менее удачно, то и получаешь за это, ну, хорошие дружные аплодисменты, что немаловажно для исполнителя. Ну, затем я спел и сыграл, сделал роль Дон Базилио в опере «Россини, Сивильский цирюльник». А следующая моя работа была очень трудная и очень, ну, интересная. В Большом театре ставили оперу «Вражья сила» Серова. А в этой опере ведь блистал наш гениальный русский артист и певец Федор Иванович Шаляпин. Но я его никогда не слышал в жизни, и в этой партии я его не слышал, за исключением только вот записанной на пластинке «Широкой масленицы» песни, которую поет Федор Иванович Шаляпин. И несмотря вот на мой такой интеллигентный склад моего лица, я все-таки при помощи грима, бороды, усов, парика, я нашел вот такой тип. А тип этот Еремка. Еремка — деревенский кузнец. Причем он забулдыга, он пьяница. И за полстакана водки он душу готов продать. И вот мне надо было перестроиться, поломать в себе вот эту вот интеллигентность, а сделать вот такую вот, ну, мужицкую, что ли, натуру. И, в общем, мне, вы знаете, это удалось. Я помню, когда я пел, в особенности, вот такие места, ну, вот как
широкую масленицу или проводы масленицы. Публика просто награждала меня громом аплодисментов. Это было очень приятно. Ну, а затем уже моя карьера стала, ну, если можно так выразиться, ну, карьера, действительно карьера, стала быстро расти. И я делал большие успехи. И почему я считаю, что это были успехи? Не потому, что там у меня был голос, музыкальность, и какие актерские способности, и внешне я, в общем-то, выглядел довольно внушительно. Но самое главное, я работал, ну, почти 24 часа в сутки. Даже ложась спать, я все равно в кровати я думал и мечтал, как сделать то или иное движение, спеть ту или иную фразу. И это дало свои результаты. Но после этого, да, ну, нужно сказать так, что в 47-м году мы поехали, группа наших солистов из Большого театра, из балета поехала группа, в том числе и Ольга Васильевна Лепешинская была у нас в нашей компании. Ну вот, мы поехали на первый фестиваль молодежи и студентов, который был в Праге. Это было в 1947 году. Но там мы выступили очень успешно. Я там завоевал звание лауреата этого конкурса на вокальном конкурсе и получил первую премию. А затем через год это повторилось, но уже только в Венгрии. В Будапеште такой же был фестиваль. И то же самое, там на конкурсе я тоже занял первое место. И вот мы вспоминаем эти конкурсы и эти фестивали с какой-то большой теплотой. Ведь, ну, приехала действительно демократическая молодежь со всего мира. И мы там, хотя мы были незнакомы, но мы все были как будто бы, ну, большие и давнишние друзья. Вот. И вот эти два фестиваля мне дали очень много, вот какой-то толчок. Я не знаю, вот как будто бы вставили какие-то батареи. Я еще больше стал энергично работать и вскоре сделал много больших интересных ролей. Ну, например, я в скором времени спел Руслана в опере «Глинки», «Руслан и Людмила». Вот у меня даже здесь, вот есть пластинка. Это фирма «Телефункин» вот выпустила эти комплект пластинок. Тут целиком записан весь «Руслан». Тоже ведь замечательные здесь исполнители. Тут и Фирсова поет Людмилу, замечательная певица Фирсова. Ну, Сергей Яковлевич Лемешев «Баяна» тоже превосходно он пел. Замечательный был Фарлав Кривченя, прекрасный. Нелли был изумительный певец и актер, он Фина прекрасно сыграл. Вербицкая, которая Ратмира пела. Ну, короче говоря, очень хороший состав. И Руслан и Людмила для меня явился каким-то самым большим этапом в моем, на моем творческом пути. И вот почему. Руслан трудная и партия, и роль. Роль трудная почему? Ну, это эпический герой, который должен очень как-то сдержанно, но внушительно двигаться, и он не должен ни бегать, ни прыгать, ни рвать на кулисы. Это вот такой вот, ну, какой-то уравновешенный, хотя и молодой, но витязь. А вокально, Руслан, это, пожалуй, самая трудная партия, которую мне приходилось петь. И вот почему. Глинка написал эту партию Руслана для баритона. И раньше пели баритоны. А затем эту партию стали петь высокие басы. И с тех пор уже традиция пошла,
что в основном эту партию пели басы или очень низкие увесистые баритоны. И вот почему. Когда у обыкновенного, но среднего баритона эта партия звучит, она не производит такого большого впечатления, потому что герой-то эпический, да он еще и могучий витязь, хотя и молодой. А у баса это все, если он справляется с этой партией, это все звучит фундаментально и очень производит большое впечатление. И поэтому, овладев этой труднейшей партией, дальнейшие уже работы для меня не казались столь трудными. Вскоре я спел и сыграл, сделал роль Мефистофеля в Фаусте. Вы знаете, Фауст... Гуно. В общем-то, это лирическая опера, где Гуно взял за основу только вот любовную, так сказать, концепцию, то есть любовь Фауста и Маргариты. Но Мефистофель – партия очень большая и очень трудная. И вот почему. Ну, во-первых, Мефистофель занят в 7 картинах в этой опере. То есть он от начала до конца все время на сцене. Партия трудна и вокально, потому что много очень и высокой тесситуры, есть много и низкой тесситуры. Остановимся. Так вот, Мефистофель еще труден чем? Эта партия очень разноплановая. Тут все есть. Тут есть и злость, тут есть и сарказм, тут есть и ехидная какая-то насмешка, тут есть какие-то интеллигентные такие изысканные, так сказать, краски. И вот это все нужно воплотить в этом образе. И вот интересно, я эту роль делал с замечательным режиссером. Был такой режиссер Николай Васильевич Смолич. Он много делал постановок в Большом театре. И вот это была очередная его постановка. И он мне сразу сказал, как только я вышел на сцену и принес свои мысли для этой роли и хотел их воплощать, он меня сразу остановил и сказал: «Иван Иванович, только вы... Ведь вы молодой артист, вы еще никогда эту роль не исполняли, правда? Так вот, я вам хочу дать совет. Не обращайте внимания на других Мефистофелей, как они действуют, как они поют, как они, в общем, себя ведут на сцене. Я только хочу вам дать такой совет. В отличие от всех других Мефистофелей, которые играют чертей, я вам советую не играть черта, ведь Мефистофель – это дьявол, но в образе человека. Да еще какого человека? Возьмите французский текст «Появление Мефистофеля». Что там он говорит? Ну-ка. А Мефистофель говорит, что вот я там при шпаге, я шляпа с пером, и денег много, и все прочее. И в конце этого маленького своего монолога, представления, он говорит: «Не правда ли, я настоящий джентльмен?» Так вот, вы как-то должны себя вести как настоящий джентльмен. И что из этого следует? Что у вас не должно быть каких-то грубых движений. Если вы с плащом обращаетесь, плащ вы не должны забрасывать такой грубой манерой, а вы должны взять вот двумя-тремя пальчиками и так небрежно его забросить на плечо. Шпагу тоже вы не должны втыкать как какую-то оглоблю в ножны, а тоже очень красиво, элегантно. Сесть вы должны элегантно, и походка у вас должна быть такая, тоже плавная и чересчур красивая. Вот тогда вы будете Мефистофелем. И то зло, которое вы, так сказать, чините по ходу действия этого спектакля, оно будет еще казаться более сильным
и произведет большее впечатление. И вот я стал как раз действовать, так сказать, исходя из его советов. И должен сказать, когда я пел Фауста в других странах, а в особенности, когда я пел в Гранд-Опера, в 1954 году я пел Фауста. После того, как я спел сначала Бориса Годунова, ну, были очень, чересчур даже, по-моему, хвалебные рецензии обо мне. Но все рецензенты, все критики ставили вопрос. Ну, хорошо, в своей опере, в Борисе Годунове, он показал себя, дескать, с лучшими качествами. А что же он сделает в нашей опере? Вот посмотрим, что он сделает во французском спектакле, во французской опере Гуно «Фауст». И вот когда я спел Мефистофеля и сыграл, вот, выступил в этой роли, вот так скажу, у меня такой же был успех, не меньше, чем в Борисе Годунове. И все, кто не приходил ко мне, и наши люди русские, и немцы, и французы, оттуда съехались на спектакль со всей Европы. Мне было приятно, что они вот именно отмечали, что у меня необыкновенный Мефистофель. Они такого не видели и не слышали. И самое приятное было то, что ко мне пришла очень пожилая, седая дама. Ну, ей было, наверное, лет под 80. И она представилась мне. Это была внучка композитора Гуно, написавшего вот эту оперу, оперу «Фауст». И она мне тоже сказала: «Вы знаете, господин Петров, вы настолько интересно сделали свою роль. Я думаю, чтобы, если мой дед услышал вас и увидел в этой опере, он бы, наверное, остался очень доволен». Но мне это было чересчур и приятно, и лестно. Ну, что говорить. Ну, после Мефистофеля я еще выступил в нескольких ролях. Ну, например, я исполнил трудную роль, и особенность она вокально трудная. Это не Лаканта в опере «Делиба Лакме». Чем же она трудная? Это очень высокая партия у этой роли. Вокальная партия чересчур высокая, в таком страшно высоком регистре. Ну, как-то я справился. Все-таки партия была певучая. И послушал я очень хороших исполнителей. Ну, такого, например, как Григорий Степанович Пирогов, как он поет станцы знаменитые «Лакме», «Я хочу, чтобы ты улыбалась». И в общем, эта роль у меня тоже вышла, и это получило и одобрение у публики. Ну, а затем пошли уже очень много других ролей. Ну, например, я с большим, ну, удовольствием принял предложение от нашего замечательного режиссера Баратова Леонида Васильевича выступить в роли Кочубея в опере Чайковского «Мазепа». И вот я долго готовил эту роль, долго впевал партию Кочубея. Тоже она очень трудная. Мало того, что она очень высокая, но она вся построена на драматизме. Там просто спеть фразу нельзя, там большой подтекст в каждой фразе, в каждом слове. И эта опера у нас пошла с большим успехом. И тогда я помню как раз тоже среди других, ну а другие это были Алексей Петрович Иванов, Нина Покровская, Давыдова. И мы получили государственную премию. Ну, казалось, уже моя творческая карьера пошла прямо по широкой дороге. Ну, действительно так произошло. Я помню, когда я репетировал какую-то оперу, еще тогда был художественным руководителем Большого театра Арий Моисеевич Пазовский, замечательный дирижер, и я даже должен сказать, замечательный учитель. Он прекрасно занимался с певцами.
И вот как раз в перерыве, не помню, по-моему, это был Руслан как раз, и он подошел к Мелик Пашаеву, это мне Мелик Пашаев уже потом сказал, что вот подошел ко мне Арий Моисеевич Пазовский и сказал: Александр Шамильевич, удивительно, посмотрите, какими гигантскими шагами шагает этот молодой артист. Но опять-таки я повторюсь, что я работал круглые сутки, и это давало все-таки свои хорошие результаты. Ну и вот, у меня уже большой репертуар. Я спел еще такие партии, Рамфиса, Ваиди, спел «Царя Салтана» в сказке о царе Салтане. И мы сделали запись этой оперы «Сказка о царе Салтане». Вот сейчас я вам покажу. Вот. Вот запись сказки о царе Салтане. Это сделала французская фирма «Шан де Монт». Причем очень хорошо они записали, она очень чисто звучит, очень, по всем, так сказать, показателям эта запись замечательная. И вот это за эту запись, и еще за, вот тут она у меня здесь, сейчас я вам покажу, это сказание о граде Китеже, это тоже опера, в которой я выступал. И сначала эту оперу «Князя Юрия» я здесь исполнял. Я сначала выступал на радио, эта опера была поставлена, а затем и в Большом театре. И вот это сказание о граде Китеже, вот тоже записанное тоже там же во Франции, этой же фирмы «Шан де Монт». И вот эти две записи, плюс еще мои концертные программы, которые я тоже записал там на фирме «Шан де Монт», они получили приз. Приз «Золотой Орфей». Это очень редко кому из исполнителей вручается этот приз. Но должен сказать, что после этого, уже когда я спел такой большой репертуар, дошла очередь и до Бориса. Нет, вру. Большой театр в 49-м году начал репетиции оперы «Хованщина». И Голованов, тогда уже он был главным дирижером и художественным руководителем, он ко мне подошел как-то и говорит: «Иван, вот ставим «Хованщину», будешь петь «Досифея». Я говорю: «Ну, с удовольствием, но это нужно быстро выучить». Я говорю: «Я очень быстро учу, и, пожалуйста, через неделю я уже могу предстать пред ваши светлые очи». Он: «Неужели через неделю ты выучишь?» Я говорю: «Да». И действительно, где-то спевка у нас была дней через 8 или через 10, и он удивился: «Как же это я все выучил наизусть?» Мало того, что там музыкальный текст довольно трудный, потому что партия большая, да, и тем более это Мусоргский, где очень важны все музыкальные характеристики, которые нужно преподнести. А еще ведь это в этой опере старый церковно-славянский язык. Вот еще что, в чем трудность-то. Ну, короче говоря, вот я спел и в этой опере, выступил в партии «Досифея». Должен сказать, тогда Досифей был очень прекрасный, очень хороший, замечательный певец, замечательный артист Марк Осипович Рейзен. А потом пел я и еще Александр Павлович Огнивцев. И всем троим нам была присуждена тогда государственная премия. Это опять-таки все-таки был наш большой успех, что мы так работали над этой оперой. И опера, когда она вышла на сцену, то есть на сцене мы ее показали, не в репетиционных классах, а на сцене, публика восторженно восприняла этот спектакль. Но тут блеснул и Голованов, тут блеснул
и Баратов, режиссер, и художник Федор Федорович Федоровский. Ну, и тут уже после Хованщины наступил черед и Борису Годунову. Я стал сначала готовить эту роль и вокальную партию с Николаем Семеновичем Головановым. Но он заболел, и дирижировать уже в театре он больше не мог. И спектакль перешел к Александру Шамильевичу Мелик-Башаеву. Но должен сказать, что с этим дирижером у меня связаны такие творческие контакты были. Такие замечательные. Я спел с ним массу спектаклей и был всегда, не только удовлетворен, но я был восхищен тем, как Александр Шамильевич работал с нами, с певцами, и это для нас было большой школой. Ну и кроме того, конечно, Баратов, опять-таки, своим замечательным мастерством, своим знанием литературы, живописи, истории. Он был такой режиссер, которого даже второго трудно такого найти для Большого театра. И вот после Хованщины, после такого большого успеха, дирекция мне предложила, чтобы я выступил в роли Бориса Годунова. А дело в том, что раньше, много лет уже это было, Бориса Годунова пели только два певца в Большом театре. Это Александр Степанович Пирогов и Марк Осипович Рейзин. Ну, я еще раз повторюсь, что это были два наших великих баса, великих певца, актера. Они замечательные создавали образы, причем разные. Один у Пирогова, может быть, более эмоциональный, выплескивал он свою энергию, свой темперамент, а Марк Осич это был более, может быть, рассудительный, более строгий, но тоже очень хороший создавал образ, и это было изумительно. И других тогда Борисов просто и близко не подпускали. Но тут, вероятно, что побудило дирекцию руководства обратиться ко мне, чтобы я приготовил партию Бориса и выступил в этой опере. Все-таки и Пирогов, и Рейзин уже были в зените своей славы. И даже больше скажу, они уже прошли этот зенит. И у дирекции уже возникла мысль, но надо же ведь, чтобы новые кадры были. И вот я как раз был одним из первых, который стал вот этим новым кадром. Но надо ли говорить, что для меня это было опять-таки и очень почетно, и очень интересно. Ведь я работал над Борисом Годуновым, но я партию выучил быстро. Внешний облик Бориса я очень долго искал. И в этом мне, например, помог Федоровский Федор Федорович. Он как-то мне подошел ко мне и говорит: Иван Иванович, вот возьмите, вот такую открыточку он мне, нарисованную вроде тушью. Это, говорит, эскиз Бориса Годунова Коровина, знаменитого художника Коровина. И я вот как раз, исходя из этого эскиза, и стал искать себе внешний облик, хотя бы вот лица. И нашел очень такой, я бы сказал, довольно выразительный и убедительный. И мне в этом очень помогал Федор Федорович Федоровский. Ведь даже когда вот я, например, гримировался, а он, узнав, что я вот ищу грим, он приходил за кулисы и говорил: вот хорошо, вот борода. Но борода не надо такую широкую, надо ее более такую собранную сделать, да, усы. Вот в первом акте Борис выходит в коронации, и у него еще черные волосы, черные усы, черная борода. В тереме, ведь уже прошло 6 лет, да какие трудные для Бориса Годунова, сколько он пережил. Уже здесь появляется проседь, где-то и в бороде, где-то на висках.
И уже где-то усталость, и вот где-то, где глазные впадины, вот эти все нужно оттенить. И вот так вот мы искали образ. И вы знаете, как интересно. Я до сих пор восхищаюсь вот этим художником. Ну, мало того, что он какие изумительные декорации сделал, какие он костюмы сделал, какие всякие все атрибуты, которые соответствуют исторической правде. А ведь это как красиво смотрелось из зала, и зритель, и слушатель переносился именно в тот век, в ту атмосферу, которая была вот именно в этом произведении. И вот я помню, как-то, когда я делал грим, уже я спел не один спектакль, вдруг он зашел ко мне и говорит: «Иван Иванович, вы знаете что, вот здесь, в сцене терема, вы вот эти вот дужки, вот где вот под глазом это все, вы должны темно-синим тоном оттенить». Я думаю, ну почему темно-синим? Я так и сделал. Вышел и спросил вот у жены, которая присутствовала, как я выглядел. Она говорит: «Очень здорово, и так красиво у тебя вот именно глаза смотрелись». Оказывается, что же, Федоровский не только вот как художник себе представлял, какой должен быть, ну, какая-то декорация там или атрибут, но даже вот лицо загримированное, он чувствовал, какую лучше положить краску, вот на глаза. Почему? Он это чувствовал в сочетании со светом, который идет из софит на лицо героя. И это очень здорово играло. А в последней сцене, в сцене Думы, он мне говорит: «А теперь вы должны вот эти же самые вот под глазом это все оттенить темно-малиновой, даже темно-вишневым гримом». Опять я удивился. Но опять-таки это в соответствии вот с этим освещением, которое шло вот из этих софит. И это очень сильно впечатляло. Ну, первое мое выступление в Борисе было 5 марта 1953 года. А вы помните, что это был за день? Это был день смерти Сталина. И вот в день смерти мне пришлось выступать в Борисе Годунове. Все время стоял вопрос, что нужно отменить спектакли. Все такая уже такая панихидная, траурная обстановка была у всех. Но все-таки за мной приехала машина, я пришел в театр. Загримировался, жду выхода. И думаю, ну надо же, вот такое стечение обстоятельств. Я пою первый раз, выступаю в Борисе Годунове, и вот такая атмосфера. А атмосфера была действительно, никто как-то ни с кем не разговаривал, или что-то шептались вот так. Ну, короче говоря, начался спектакль. Ну, нужно ли говорить, что первый спектакль такой, я безумно волновался, как у меня прозвучит, как это все примет публика вот в такой день. И вот мой выход. Я вышел на сцену. После вот грома, тутти оркестра и колоколов, которые звучат, сразу зловещая тишина. И вот я спел первый свой монолог. «Скорбит душа», какой-то страх невольный, зловещим предчувствием сковал мне сердце. Затем я обращаюсь к народу и говорю: «Теперь поклонимся почивающим властителям Руси». А там все в Кремль, вход свободный, все на пир. Спел, закрылся занавес, и вдруг, моему удивлению, не было предела. Публика восторженно меня приняла. Даже закрылся занавес. Обычно занавес закрывается, и все. А тут закрылся занавес, и я вышел 2-3 раза на поклон. Вот такой был успех. Удивительно, это меня очень вдохновило. И вот следующую сцену в тереме я уже играл более раскованно, и все. И, короче говоря, у меня был такой успех,
что, пожалуй, даже никогда больше такого успеха у нас в Борисе Годунове не было. Только во Франции был больше, пожалуй, успех. Ну вот. И после спектакля ко мне масса пришла народу. И меня все поздравляли, и все говорили, ну вот, родился третий Борис, и два замечательных, и еще один очень хороший. Ну, слава Богу. И вы знаете, конечно, это для меня было великим счастьем, что я вот именно выступил в этом спектакле, в этой роли. И очень скоро, об этом я потом узнал, я получил около 10 предложений было из Гранд-Опера, чтобы я выступил во Франции в знаменитом театре. Меня об этом не извещало наше министерство, все это оставалось у них, а потом я узнал, что около 10 раз французы обращались, чтобы я поехал. Но обращались они не непосредственно ко мне, тогда раньше этого было невозможно. Обращались в Министерство культуры. И вот мне предложили ехать в Гранд-Опера. Ну, нужно сказать, да, выступить и в Борисе Годунове, и спеть Мефистофеля, о котором я уже говорил. Ну, конечно, для меня это было чрезвычайно радостно, почетно, а с другой стороны, чрезвычайно тревожно. И почему? Ну, мало того, что это театр, в котором выступали такие великие певцы, как Каруза, Тита Руффа, Джилли, Пертели, боже ты мой, Батистини, Галли Курчи, Гальвани и все самые великие певцы. А кроме того, ведь Гранд-Опера, по сути говоря, она была вотчиной Федора Ивановича Шаляпина, где он и жил в Париже, и где он все время и выступал. И вот я долго раздумывал, а потом сказал, ну что делать, да поеду, смелость города берет. И поехал. И должен сказать, что мои вот эти думы все разрешились очень хорошо. Я приехал во Францию и должен сказать, что какое-то необыкновенное сразу тепло проявили ко мне все работники Гранд-Опера, не говоря о солистах, о дирижере, о режиссере, но даже рабочие сцены, они ко мне с каким-то очень теплым, ну, дружеским вот отношением ко мне пришли. Серж Лефарь сразу сказал, приветствую знаменитого русского баса, внук Третьякова, мне тоже говорит, что вот, и мы очень рады, мы слышали, что вы, дескать, с успехом у себя вот исполняете и эту роль, и мы желаем вам здесь большого успеха. Ну, короче говоря, настал день премьеры в Гранд-Опера. Ну и честно говорю, я даже до сих пор не могу забыть того приема, который был мне оказан в Гранд-Опера. Нигде так никогда такого у меня успеха не было. Даже и в Большом театре, где я очень с большим успехом выступал. Почему? Вот я вам скажу так. Там спектакль «Борис Годунов» разделен на две части. С пролога и до конца сцены в тереме. «Привидение Бориса», «Чур», «Дитя». И этим кончается половина оперы. Затем большой антракт и вторая половина оперы. И вот когда я спел первую часть оперы, меня на поклон, это даже у меня есть в рецензиях, вы знаете, есть в рецензиях, меня на поклон вызвала публика более 30 раз. Ну вы представляете, что такое 30 раз выйти на поклон? Это полчаса минимально я ходил на поклон. А мне нужно ведь отдохнуть, мне еще нужно перегримироваться, ведь надо и другой парик одеть, и другую бороду, и положить более темные такие тона, и одеть другой костюм.
Ну, короче говоря, вот так меня приняла публика. Ну и после окончания спектакля овациям тоже просто не было конца. Конечно, я был чрезвычайно счастлив. Но вы знаете что? Я был даже счастлив не только лично за себя. Конечно, мне было приятно, что именно я так выступил в Гранд-Опера. Но мне было приятно так, что я не посрамил нашего русского вокально-оперного искусства. И все рецензии на следующий день, ну я вам даже скажу честно, я и не ожидал, и думаю, что они переборщили просто. Все такие были хвалебные, что мне даже было как-то и неудобно. И некоторые рецензии, вот, которые у меня есть, я даже и стараюсь их не показывать. Как-то мне, ей-богу, неловко. Но после этого первая фирма «Шант Монд», французская, которая выпустила вот мои пластинки «Сказки о царе Салтане», «Сказания о граде Китеже» и ряда там романсов и песен, они выпустили пластинку «Борис Годунов». Вот эта пластинка здесь. Вот это вся опера в моем исполнении. И вы знаете, вот здесь вот наклеечка, вот здесь вот. И здесь написано «За лучшее исполнение Бориса Годунова и за самое большое распространение, распродажу вот этих пластинок». Их раскупили огромное количество. И они меня наградили опять всякими почетными грамотами в связи с этим. Ну, конечно, мне было очень приятно. И, кроме того, здесь очень запись очень чистая, красивая, замечательная. Ну, а затем фирма «Мелодия», которая записала Бориса Годунова на пластинке, она выпустила наши пластинки, которые по качеству, конечно, уступают этим записям. Но самое главное, не согласовав со мной, даже не поставив меня в известность, не спросив, хочу ли я или нет, она продала все эти пленки с моими записями, вот этой оперы, но во все самые большие фирмы. И, естественно, она заработала огромные деньги. Но я, вы знаете, никогда не занимался финансовыми, так сказать, проблемами и никогда не ставил никаких условий. И мне не важно было, что там они там, кто-то что-то платил. Тут мне ничего, просто не то, что не заплатили, меня не поставили в известность и не спросили, хочу ли я или нет. Но фирма «Мелодия» заработала ведь очень большие деньги. А кроме того, вот сейчас, когда мне наш русский диск, вот эти лазерные диски, которые сейчас делают, предложили сделать 3 диска, и когда я взял свои записи на радио, посмотрел, то на многих стоит индекс. А индекс «Мелодии» стоит на них. И «Мелодия» не разрешает использовать эти записи. Но вы знаете, это дикость какая-то. Значит, меня уже не один раз обокрали. Выходит так. Ну ладно, бог с ним. Короче говоря, эти записи вышли. И «Хесмастер Войс», знаменитая фирма. И «Евродиск». Западный, германский, гамбургский фирма. И отделение «Хесмастер Войс» итальянское выпустило. «Анджела» – это американская фирма. И многие-многие другие, даже и японцы, они выпустили вот эти пластинки. Ну, приятно, конечно. Вот видите, тут вот несколько опер, которые там были выпущены. Ну и вы знаете, конечно, мне приятно иметь это и как документ, и потом очень хорошее
так сказать, качество выпущенных пластинок. Но наши фирмы, то есть наша фирма «Мелодия», вот она выпустила «Мазепу», тоже с моим участием, вот опера «Мазепа». Тут тоже, я уже говорил, хороший очень состав. Алексей Петрович Иванов, замечательная «Мазепа». Нина Покровская, прекрасная. Мария, замечательная «Любовь» Давыдова. Ну, Большаков, Андрей. Ну, а я вот пел «Кочубея». Вот. Но сейчас это тоже выпущено, и на Западе тоже выпущено. Но вот выпустили «Князь Игорь», оперу «Князь Игорь». Причем здесь фирма меня попросила, фирма, чтобы я исполнил самого князя Игоря. И здесь вот в этой опере я в качестве князя Игоря. Хотя на сцене князя Игоря я никогда в роли князя Игоря не выступал. Только запись. Но в этой опере, когда мы гастролировали в Милане, я сразу выступал в двух ролях. Это уже по просьбе и предложению нашего руководства Большого театра. Сначала я пел Галицкого в первых трех картинах, затем перегримировался и пел Кончака, хана Кончака. Должен сказать, это тоже очень трудно. Это когда-то делал великий Федор Иванович Шаляпин. Но на то он и Шаляпин, он мог все что угодно сделать. Ну, а тут я тоже попробовал, и мне, в общем, это удалось. И в Милане я выступал в двух сразу ролях. Вот. Ну вот еще вот есть такая хорошая запись. Это Дон Карлос Верди. Дирижировал, и здесь на записи замечательный болгарский дирижер Найденов. Вот, теперь Дон Карлоса поет Зураб, он же Паризе, прекрасный певец, и замечательно у него звучит. Тамара Милашкина, королева, Ирина Архипова, тут она тоже блестяще поет, Эболи, и все поет в тоне, ни одной ноты, или ни куска нигде не транспонируя. Но Ярославцев хороший, тут этот самый великий инквизитор, маркиз де Поза Валайтис, а я пел короля Филиппа. Ну, это была тоже очень интересная работа в Большом театре, и я с большим удовольствием и с большой теплотой вспоминаю весь репетиционный период и всю вот эту нашу работу. Понимаете, эта опера одна из, так сказать, из лучших, ну, одно из лучших произведений Верди. Ну, может быть, она как немного уступает там Отелло или Аиде, но эта опера чрезвычайно красиво написана, вокально, красивый, мощный, а подчас и нежный. Оркестр, ну, Верди оркестр, вы понимаете, это тоже ведь это красота. Ну, а кроме того, Верди так чутко почувствовал драматургию вот этого произведения. И это он все выразил в своей изумительной по красоте, мощи и содержанию музыки. Ну, петь Верди вообще это одно удовольствие. Ну, должен сказать, ведь я еще во многих ролях выступил в Большом театре. Ну, это «Мельник» в «Русалке». Понимаете, это была одна из последних моих ролей. Но тоже жалко, что я уже заканчивал свой творческий, свой певческий век в Большом театре, а ведь я пропел почти 30 лет в Большом театре. Причем самый трудный, самый большой репертуар я нес в Большом театре. А затем «Грозный» в «Псковитянке» тоже была партия очень интересная, ну, которой я все же успел
выступить. Ну и должен сказать, что много еще всевозможных ролей. Ну, например, король Рене в Иоланте. Я очень любил эту партию. Небольшая, но очень трудная, вокально трудная. В особенности ариоза короля Рене. Она требует от певца более 2 октав, чтобы он свободно владел своим голосом. Понимаете? Так что, вот, вспоминая все свое творчество, в особенности в Большом театре, должен сказать, что это было великое счастье работать с такими изумительными дирижерами. Но еще раз я повторю, дирижеры какие? Я еще застал Льва Петровича Штейнберга. Изумительный дирижер. Я с ним пел «Реквием Верди». Первое мое было с ним такое творческий союз. А затем я пел «Ваиде», «Царя Ваиде». Ну, а затем пел, и он еще пел, дирижировал князем Игорем, я Галицкого пел. Но затем такие дирижеры, о которых я и говорил, это дирижеры самого высшего класса, но такой как Пазовский, затем Самосуд, затем Голованов, а потом Мелик-Пашаев, Небальсин, Хайкин, Кондрашин. Сколько было изумительных музыкантов и изумительных дирижеров. И как же звучал оркестр красиво, и певцы пели изумительно. Вы знаете, когда становились за пульт эти вот мастера, нас не надо было упрашивать или на нас кричать, или часто, правда, дирижеры или режиссеры покрикивали. Но дело-то в том, что большинство нас, людей, именно творческих людей, сразу как-то собирались, вдохновлялись, и все было, в общем, в общей концепции или репетиции, или спектакля. А какие режиссеры? Я еще застал Лосского, который был певец, который был соратник Шаляпина. Но он такого характерного был плана. Если Шаляпин пел, предположим, Базилио, а Лосский был блестящий Бартоля. Шаляпин пел Дон Кихота, а этот Санчо Панса. Вот, понимаете, это... И Лоский был прекрасный актер, и он был очень хороший режиссер. Он поставил много спектаклей в Большом театре. Затем Тициан Епифанович Шарашидзе, прекрасный режиссер. Евгений Николаевич Соковнин. Я вот вспоминаю, прекрасные были мастера сцены, как они ставили, а какой был изумительный и балетмейстер, и режиссер Ростислав Владимирович. Захаров. Да. Он ставил балеты, и это было откровение. «Бахчисарайский фонтан», «Золушка». Это он делал превосходно. Но он ставил оперы, он поставил «Вильгельм Тель» изумительно, он поставил «Кармен» прекрасно, и замечательно он поставил «Руслан и Людмила». Я помню, какая это была интересная работа. Но затем Туманов Иосиф Михайлович, прекрасный режиссер, Борис Александрович Покровский, тоже прекрасный режиссер, с которым я много работал. И вот опять-таки скажу, что, пожалуй, один из самых, на мой взгляд, больших мастеров – это Леонид Васильевич Баратов. Кроме того, я должен сказать, о художниках я уже говорил, Федор Федорович Федоровский. В особенности русские спектакли никто не мог так поставить. Вильямс был замечательный тоже художник. И Вадим Федорович Рындин. Вот я называю самых таких больших. Это были великие мастера. Кроме того, я должен сказать, ведь в Большом театре и концертмейстеры, которые с нами разучивали партии, они были такие музыканты, что бывало так, вот готовишь партию с концертмейстером, я с Брикером готовил Сусанина, а когда пришел я сдавать партию дирижеру, Небальсину,
Тот после первого акта мне сказал: «Да вы знаете, мне вам даже нечего сказать. Я не знаю, как сделать какое вам замечание. Вы все так поете, как я дирижирую». Я говорю: «Так это заслуга не моя, это заслуга вот Брикера, нашего концертмейстера. Он, вот это он все мне вложил». Вы понимаете, были замечательные концертмейстеры. Но кроме того, какой был оркестр. Как он играл. Ведь оркестр, когда вставал за пульт настоящий мастер, настоящий дирижер, только и он издаст первый аккорд, вы уже чувствуете, что другой никакой оркестр так сыграть не может. И хор Большого театра тоже звучал изумительно. Какие были хормейстеры замечательные, как они управляли хором. Ой-ой-ой. Да, это только вспоминаешь, как, вы знаете, как что-то далекое, но чересчур близкое по душе. Ты вот работал, ты вместе с ними творил, и это осталось и в твоей памяти, и в твоем сердце. Прекрасные были времена. И недаром вот те годы, 50-е, 60-е, их называют многие вот сейчас, говорят, что это был золотой век Большого театра. Ну уж я не говорю, какие были певцы, или какие были балерины, артисты балета. Изумительные. Да, был золотой век Большого театра. Я уже говорил, что я с удовольствием пел Виоланте короля Рене. И вот после одного спектакля, когда я, значит, как раз выступал в этой роли, ко мне за кулисы вдруг пришел Александр Степанович Пирогов, наш изумительный бас, замечательный артист, и говорит: «Иван Иванович, ну что же вы так меня заинтриговали?» Я говорю: «А что такое?» «Да как же! Я читаю в афише, вдруг какой-то новый бас. Иван Иванович Петров. Кто это такой? И поет вдруг сразу такую партию. И я действительно заинтересовался и пришел в театр. И на тебе, это оказывается вы. Что случилось? Почему Петров?» И я ему рассказал. Я говорю: «Вы знаете, Александр Степанович, вот что произошло. Тут я, говорю, я вот пел во «Вражьей силе» Еремку. И вдруг в ложе появился Сталин. В антракте туда в ложу был приглашен директор театра. И он имел разговор со Сталином. И директор пришел ко мне за кулисы и говорит: «Иван Иванович, вот сейчас я был в ложе у Иосифа Виссарионовича Сталина, и он вот удивился, откуда у этого певца, причем обладателя вроде хорошего голоса и музыкального человека, и все, откуда такая фамилия? Ведь он, говорит, с такой фамилией в Большом театре сейчас, мы только что вот закончили войну с немецкими оккупантами, с гитлеровцами, и вдруг опять немецкая фамилия. Вы знаете, скажите ему, что я его прошу подумать, чтобы он взял другую фамилию, взял псевдоним. А у нас многие были с псевдонимом. Ну, Иван Павлович Стрельцов, он по сцене, он был Бурлак, понимаете? Ну и многие такие, так, много было таких. Ну вот, ну, короче говоря, я говорю: «Ладно, я подумаю». Значит, я пришел домой, посоветовался с женой, со своими родственниками. Даже позвонил Наталье Дмитриевне Шпиллер, у нее же тоже немецкая фамилия. Она говорит: «Ну, ко мне никогда никаких претензий не было». И говорит: «Да ничего, Иван Иванович, забудется, и все будет поставлено». Но не забылось. Я выступал в другом спектакле, уж не помню, Онегин это был или князь Игорь.
И вдруг опять Сталин пришел в театр. И опять вызывает директора. И говорит, ну что же вы молодому человеку не сказали о моем пожелании? Он говорит, как вы? Конечно, сказал. Ну напомните ему еще один раз. И вот он приходит опять ко мне за кулисы и говорит, Иван Иванович, Иосиф Виссарионович, вот сейчас я был там за кулисами, мне сказал еще один раз, чтобы вы подумали о том, чтобы взять псевдоним. А ведь третьего раза может и не быть. Представляете, я пришел домой и, значит, стал это обсуждать со своей женой. Ну, спокойной моей женой. И вот, вот она, кстати, вот здесь на фотографии. Вот. Это мы где-то в аэропорту в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Вот. И, значит, когда я ей еще раз все рассказал, она говорит, ну возьми какой-нибудь псевдоним, ну, естественно, русский. Я говорю, а знаешь что? Что мы будем от добра искать добро? У тебя фамилия Петрова, я беру твою фамилию. И написал заявление, и с тех пор я стал Петровым. Вот уже в этом спектакле, видите, я стал Петровым. Ну, Пирогов очень, конечно, рассмеялся, пожелал мне успехов, так сказать, с новой моей фамилией, с моим псевдонимом. И действительно, вы знаете, эта фамилия как-то, ну, хорошо пришлась к моему двору. То есть я с этой фамилией объехал весь мир, ведь я побывал в 25 странах, причем раз 60 я выезжал на рубеж за гастроли по всему огромному нашему бывшему Советскому Союзу, гастролировал. И эта фамилия никого не шокировала, наоборот, мне как-то даже стали говорить, что вот было два больших певца, это Осип Афанасьевич Петров, затем Василий Родионович Петров, и вот еще один Иван Иванович Петров, третий Петров. Бог Троицу вроде любит. Ну вот, вот так я и стал Петровым. Недавно... Почти 70 лет. Да, не почти, а просто 70 лет. Вот я вспоминаю себя мальчишкой. Мне было, ну, где-то 6-7 лет. Я родился в городе Иркутске. Но вы сами понимаете, это была тогда далекая Сибирь. Очень далекая. На поезде нужно было ехать почти 6 суток. Вот. Но какая же была красота. Город Иркутск расположен, через него, вернее, протекает изумительная по красоте река, река Красавица Ангара, широкая, чуть ли не в километр шириной, глубоководная, ведь средний, посредине течение такое, посмотришь, если на лодке выйдешь или с понтонного моста, посмотришь, глубина метров 10-12. Но вода хрустально чистая, абсолютно прозрачная. Видно даже, вот такая, несмотря на такую глубину, видно все дно, все камушки, и видны рыбы, которые плавают. А ведь рыбы-то какие? Ой, боже ты мой, вспоминаю рыбы. Ну, всем известный хариус. Это речная рыба. Это форель речная. Но очень красивая и очень вкусная, кстати сказать. Дальше этой же породы, лососевой породы, ленок рыба. Ну, средний размер ленок это где-то 2-3-4 килограмма, но были и такие огромные рыбины, чуть не до 10 килограммов ленки такие. И
Это, пожалуй, одна из самых вкусных рыб, потому что, по сути дела, кроме хребта и ребер, нету костей. Мясо очень вкусное, нежное, замечательное. Ну и, кроме этого, исполинские речные лососи, таймени. Вот таймень, он обитает во многих во многих реках Сибири и вообще севера. Ну, вот я помню, мой папа и два моих брата, Евгений и Владимир, они были не то что заядлыми рыболовами, они были мастерами своего дела, они были настоящими рыболовами. Причем у нас в доме всегда был избыток вот этой вот изумительно вкусной и полезной рыбы. И что интересно, ведь вот эта рыба, в особенности таймень или нок, у нее жор начинался перед ледоставом реки. Это самый был большой жор, когда все рыбаки, ну такие настоящие, выезжали на лодках и вот ловили этих рыбин. Но дело в том, что уже тогда зима была уже довольно морозной и крепкой, потому что ангара вставала, то есть покрывалась ледяным покровом где-то в середине января. А это уже была, разгар зимы, холода уже достигали 25-30, а может быть даже и больше градусов. И вот эту рыбу выловленную, когда привозили домой отец и мои братья, мы ее, ну не я, конечно, но они обваливали ее в снегу. Получался такой, знаете, снежный покров у рыбы, потому что он моментально застывал. И в холодную кладовку, в чулан, ставили эти рыбы мордой вниз, вот так к стене. И причем это было не одна, не две, а там их несколько десятков таких вот рыбин. И что интересно, вот мама, когда она готовила что-то, какое-то рыбное блюдо, или она, или отец, или братья мои брали обыкновенную пилу, ножовку и отпиливали кусок вот такой рыбины. И когда она оттаивала, ее обжаривали или там делали даже пироги рыбные. Какая это была вкуснятина, замечательно. Ну вот, и вот эта ангара, она несла такие воды. Она вытекала из Байкала. Это единственная река, которая вытекала из Байкала. И вытекает и поныне. Только она сейчас очень сильно изменилась. Ну вот, так вот, она была идеально чистой. Мы просто ведь брали, или в руки просто брали, или наклонялись, пили эту воду, или в стакан. Если в стакан воду возьмешь, стакан сразу запотевал. Он становился потный и весь в пузырьках. Вот такая была изумительно вкусная вода. Но сейчас, я повторяю, я был потом на Байкале и в Иркутске, съездил, посмотрел, и меня, знаете, просто озноб у меня шел по телу. Как же все испохаблено, как изумительно человек преобразовал природу только в худшую сторону. Понимаете? Ну вот. Значит, вот у нас была семья. Мама Прасковья Федоровна. И отец Иван Иванович, по фамилии мы были Краус. Причем отец моего отца и дед, они тоже были, по фамилии Краус, и оба тоже были Иваны Ивановичи. Ну вот, и в конце концов и от отца, и ко мне перешло то же самое. Я стал Иван Ивановичем Крауза. Вот мой отец, этот снимок сделан, когда он служил в гренадерском полку. Он был высокого роста, вот как я, где-то около 1,90 м, такой могучего сложения был, и, по-моему, даже был очень красивый человек, понимаете, вот. А вот моя мама, Прасковья Федоровна, она просто была хорошая мать, хорошая домохозяйка, все у нас было в доме чисто, убрано, всегда было всего полно. И несмотря даже на те годы, когда все-таки были
затруднения с продуктами. Ну, это повсеместно было, не только у нас в Иркутске. Но мы не испытывали никаких трудностей. И благодаря чему? В первую очередь, благодаря вот этой рыбе, которую ловили отец и мои братья. И когда мы шли на базар и, предположим, несли эту рыбу, можно было поменять на все, что угодно. Не купить даже, а просто обменять. Ну вот, отец мой, он, кроме всего, был еще мастер на все руки. Он умел и заниматься и столярными работами, и был прекрасный плотник. Но самое главное, он был замечательный слесарь. И то, что он делал, это просто вызывало изумление и восхищение людей, которые с этим соприкасались. Ну, например, все рыболовные снасти он сам делал своими руками. Удилище клеил из каких-то там пород дерева. Прикреплял вот эти вот отверстия, дужки, где проходила леска. И это все было сделано с таким мастерством, что это нельзя было отличить от фабричного продукта и изготовления. Ну, дальше что? Он сам делал катушки, вытачивал их из эбонита и бакхета. Вот такие были, ну, материалы, из которых он это делал. Причем это делал очень тоже, все очень и красиво, и прочно. И это для рыбаков и для рыболовов, конечно, было замечательно и удобно, и приятно. Ну, кроме того, отец сделал норвежские коньки. У него были какие-то определенные штампы, где он вот штамповал из столистого тонкого материала вот эти вот основы, куда впаивался вот само лезвие конька. И все это он так делал, что удивительно было. Ну вот, мы в Иркутске снимали дом. Ну, он дом одноэтажный, но там было несколько комнат. Снимали мы, тоже у немца был обрусевший немец Отто Карлович Юнг. Вот мы у него снимали этот дом. Но что интересно, в доме, значит, ну, была большая кухня, большая такая, большое помещение типа, ну, где собирались гости, вот гостиная, была большая столовая, были спальня матери и отца, и у нас, у ребят, тоже были свои комнаты. Ну, короче говоря, мы жили там очень хорошо, я вспоминаю это как волшебную сказку. У нас было несколько лодок. Мы жили на берегу реки, прямо вот через дорогу перейдешь, опускаешься несколько метров, и красавица Ангара. У нас была и моторная лодка, и несколько таких весельных лодок, на которых мы, конечно, проводили очень много времени. И часто даже ездили почти на Байкал, хотя Байкал от Иркутска где-то километров, наверное, 50, не меньше. Ну вот, и ездили на прогулки, купались, конечно, в Ангаре, хотя вода была очень холодная. Ведь в Ангаре летом, в жару, вода 7-8 градусов, выше она никогда не была. Ну вот, наверное, поэтому она и была такая вкусная. Вот. Ну, должен сказать, что город был со всех сторон окружен тайгой. То есть вы идете на окраину города и входите в тайгу. И часто очень в наш город, а город довольно большой уже был в то время, приходили такие интересные гости, ну, всякие там, типа косуль, и приходили и косолапые мишки тоже навещали наш город. Вот что ведь интересно. Но мы, мальчишки, чем мы в основном занимались? У нас были
своего рода орудие вот, производства для рыболовства. Я вот, например, брал, значит, палку такую, ну, где-то метра полтора, может быть, два, а к концу палки, с одной стороны, я приделывал вилку, приматывал ее туго проволокой, даже пробивал как-то гвоздиками, чтобы она крепко держалась, и вот эта вилка нам заменяла острогу. Ну, правда, мы ловили на эту острогу, этой острогой маленькую рыбу. Это были такие гальянчики, ну, такие вот, ну, сантиметров по 10, по 15, такая рыбка коричневого цвета с черными полосками. Ну вот, и еще у нас была такая распространена рыбка, широколобка. Это вроде бычка подкаменщика, она под камнем и жила. Впрочем, как и гальян тоже. Так вот, мы одной стороной этой своей остроги поднимали камушек, если видели там это гальяна или широколобку, мы его, значит, добывали вот этой вилкой. Ну, куда шла эта рыба? Ну, конечно, нашим кошкам в основном. Ну, короче говоря, я вот вспоминаю озеро Байкал, Ангару, вот тайгу. Какая же была красота! Ведь войдешь в тайгу, там идешь, и вдруг попадаешь на какую-нибудь поляну. Много было таких, знаете, перелесков и полян. И эти поляны все усыпаны цветами. Это огромные, чуть ли не вот в мой рост тогда, вот я был мальчишкой, ирисы, причем величиной с кулак эти цветы, красавцы. Или царские серьги. Это лилии тоже вот такие какие-то. Они назывались серьгами, потому что вот они имели вот такие вот какие-то, ну, колечки. И они были тоже такого розового цвета и с черными пятнышками. Очень красивые. Правда, они были, эти цветы не имели запаха. Ну вот, а сколько ягод было в Сибири, боже ты мой. Причем интересно, вот мы, вся семья, собиралась садились на моторную лодку, а к моторной лодке еще брали на буксир обыкновенную лодку. И вот вся семья, отец, мать, две сестры моих, Галина и Анастасия, и два брата, Владимир и Евгений, отец, все мы ехали на Байкал собирать ягоды. Причем сколько же было этих ягод? А каких? Ну, малина, ну, смородина, черника, голубица. Причем в колоссальном количестве. Так что здесь делал мой отец? Он брал толстую столистую проволоку. Ну, такую, ну, наверное, в полмиллиметра такого диаметра проволока. И делал вот из проволоки... Проволоки, ну, вот типа вил, только частые очень такие были вот эти вот лучи, такую лопатку. И вот когда этой лопаткой подведешь под чернику или там, под бруснику, или клюква где-то попадалась, и поднимаешь ее, все листики и ветки проходят, а тут остаются только ягоды. И вот у нас всегда был большой запас этих ягод, замечательно. Ну, а всей семьей мы ездили на добычу кедровых орехов. Причем это тоже у нас было всегда по нескольку мешков этих орехов. Мы, значит, уже отец знал эти все места. Мы ехали тоже на лодках, ехали в эти как раз угодья, где вот много было кедра. Причем, как интересно, добывались эти кедровые орешки. Ведь они находились в довольно большого размера шишках. А как эту шишку добыть? Ведь кедр очень высокий. По сути дела, всегда внизу у него нету никаких веток. Они начинаются где-то со середины ствола, и туда забраться очень трудно. Так вот, заранее... Уже были приготовлены вот такие большие, как большие поленья, такие колотушки. Они, значит, здесь было просверлено
отверстие, куда вставлялся, крепко вставлялся, вот шест несколько метров вышиной. И вот этот шест приставлялся к стволу, а с той стороны к нему была прикреплена веревка, так чтобы плотно. И вот когда оттягивали мы эту колотушку, и потом отпускали, она ударяла по стволу, и тут шел град этих шишек. Тут только береги голову, потому что можно получить хорошие шишки от этих шишек. Ну вот, когда мы их привозили домой, то вся семья начинала разделывать эти шишки, то есть их шелушили и добывали только орешки. Потом эти орешки на больших противнях, противни, вот в которых жарили там пироги, раскладывали и в печку, и закаляли. И вот эти закаленные орехи у нас служили, ну, у нас были, они были круглый год. Сейчас, конечно, это дефицит, и почти их нигде не достанешь. Но, кроме всего, мы еще делали и большую заготовку грибов. И тоже там у нас были такие места, вот Усолье называлось такое место, где масса было грибов. В основном, что мы собирали? Какие грибы? Грузди. Причем, нужно сказать так, что тоже, опять-таки, вся семья выезжала собирать эти грибы. Мы брали с собой несколько таких, бочек таких, больших довольно. Брали все специи, которые нужны для засолки. И соль, и там всякие листья от смородины и все прочее. Это все брали с собой. А там собирали эти грузди. Тут же все это промывалось в реке. И пластами складывалось. И эти полные кадушки мы привозили к дому. Но ведь надо теперь как-то поднять ведь наверх. А не так-то просто поднять такую кадушку, которая весит несколько пудов. Значит, что делали? Делали из досок такие, сходни ставили, и по этим доскам, веревками, и подталкивая, тащили эти кадушки наверх. А потом опускали их в погреб. У нас во дворе был погреб, который набивался снегом, там образовывался лед. И таким образом, вот так же жила наша семья. Очень интересно, очень дружно. Но потом, я не знаю, кто подал мысль моему отцу, кто-то из тех людей, и тоже из наших иркутян, которые уже жили в Москве, что в Москве хорошо можно очень устроиться, и с работой хорошо все. И, короче говоря, наша семья поехала в Москву. Переехали мы в Москву в 1930 году. Мне было 10 лет. И когда я приехал в Москву и пошел в школу, то мне было очень странно и смешно, что мальчишки в особенности, да и девчонки тоже, ходят, укутавшись в какие-то шубы, одевают шапки, и завязывает уши, чтобы не замерзнуть, а на улице всего 5, 6, 8 градусов. А я смеялся над ними. И я ходил, вельветовая курточка у меня была, штанишки, ботиночки, и никакого пальто, никакой шапки, ничего. И все тут меня уже стали называть, что я, говорили так, вы знаете, вот приехал из Сибири какой-то сумасшедший, вы посмотрите, он чуть ли не в трусах ходит в школу. Понимаете? Но потом-то я понял, через год, через два, что я зря над ними смеялся, потому что я тоже привык к этому климату. Я акклиматизировался, и так же мне стало холодно, как этим ребятам, и так же я стал ходить в пальто и в шапке. В общем, я акклиматизировался. Ну, что интересно. Вот чем же я занимался, когда вот мне было 10-11 лет, когда я переехал в Москву. Ну, должен сказать, тогда силу набирал футбол. И мальчишки, мы все мечтали о чем?
Где-то погонять мяч. А где погонять? Ну, во дворе. Ну, во дворе какие-то обозначены были ворота, мячик откуда-то доставали, и начиналась вот эта вот футбольная эпопея во дворе. Но ведь она часто кончалась и, так сказать, неприятными сюрпризами. Вдруг с огромного хода мяч влетал в окно. Если оно было закрыто, оно разбивалось, а если оно было открыто, он влетал в квартиру и там тоже наносил всякий ущерб хозяевам. Ну, конечно, в особенности хозяйки нас за это очень ругали, и часто, когда мяч попадал туда, потом мы уже его не могли получить. Но, во всяком случае, вот футбол. И я должен сказать, что через некоторое время, когда мне уже стало лет 14, меня заметили, что, ну, мастера футбола из «Динамо», я помню. Мы ходили на стадион «Динамо», так как он был самый близкий к нам. И там мы смотрели, как играют, ну, юношеские команды. И я где-то попробовал там свои силы, и подошел один из мастеров тогда, я уж не помню, кто, и сказал: слушай, парень, у тебя хорошие задатки, из тебя хороший выйдет футболист, и смотри, какой у тебя удар сильный, и, ну, ты, правда, высокого роста, тебе скорее нужно играть в защите. И вы знаете, я начал играть за детскую команду «Динамо» в футбол. Но вот судьба-то ведь, понимаете, распоряжается совсем по-другому, не так, как мы хотим. Я-то уж думал, ну, наверное, я буду хорошим футболистом. Но вдруг я повредил себе коленку. Что-то у меня случилось с мениском, не знаю, то ли растянул я мышцы. Ну, короче говоря, я начал хромать, и футбол мне пришлось бросить. Но тогда же, вот в школе, где я учился, я учился в 57-й школе Ростокинского, Сокольнического тогда района, потом он был Ростокинским, это на улице Мархлевского. И у нас стали там играть в волейбол. Правда, у нас зал не очень соответствовал вот этому, вот этой игре, чтобы там она проходила, потому что не очень высокие потолки были, но все-таки мы умудрялись, и даже в таком довольно низком зале, мы умудрялись играть, и у нас была хорошая команда. Я попробовал свои силы, но к тому времени уже нога меня не беспокоила, и у меня стало хорошо получаться вот в этой игре. Как раз в нападении я очень себя хорошо показал. И я стал играть за сборную школы. На первенстве района нашего, Сокольнического, мы выиграли, наша школа выиграла это первенство. Тогда меня, значит, включили в сборную района. Причем главным нападающим уже, четвертым номером я играл. Ну вот, и мы выиграли первенство Москвы. Причем, я вам должен сказать, мы выиграли у района, где команда была очень сильная. По-моему, Бабушкин район такой был. Там играл знаменитый Владимир Савинов. Потом один из самых больших волейболистов. И также Дмитрий Скворцов. Вот они играли за тот клуб. И мы легко их обыграли, вы понимаете? Тогда меня взяли и в сборную юношескую Москвы, где я играл главным нападающим. Но я к чему это все рассказываю? Моя учеба в школе, любил географию, я любил историю, я любил литературу, зоологию, вот эти предметы, ботанику, это я все любил. А вот химия, физика и математика как-то мне не давались. Я всегда по этим предметам отставал. И помню, когда я впервые попробовал свой голос, а это случилось в то время, когда я учился в 8 классе. А почему я попробовал свой голос и как это произошло? Дело в том, что мои двое братьев, Владимир и Евгений, и обе сестры,
Анастасия и Галина. Они имели приличные очень, на мой взгляд, голоса, даже хорошие, по тембру. И они занимались у знаменитого в то время тенора. Он, правда, уже заканчивал свою карьеру, но это был соратник Собинова, соратник Шаляпина. Вместе с Шаляпиным пел много спектаклей и здесь, в Москве, и в Петербурге, и за границей, в Париже. Вот Андрей Маркович Лабинский был такой тенор, знаменитый тенор. И вот дело в том, что когда Лабинский приезжал на гастроли в Сибирь, он всегда приходил к нам в гости. С ним как-то познакомился мой отец, пригласил его в гости, и с тех пор, как только он приезжал на гастроли, он всегда бывал у нас в доме. И вот у него-то и стали заниматься мои братья и сестры. Ну, естественно, я слушал, что они поют. Ну, они пели всю оперную классику, пели все классические романсы и песни народные. А я, видимо, ну, по своей натуре, наверное, которая уже, знаете, эти способности, которые у меня были, конечно, от отца, от матери, у меня была хорошая музыкальная память, и я очень полюбил пение. Я, правда, еще пение любил тогда, когда мы собирались в Иркутске, было какое-то праздничное застолье, и пели русские народные песни, ну, такие, как «Славное море, священный Байкал», «Глухой неведомой тайгою», «Ревела буря, дождь шумел», «Стенька разин» и так далее, «Ноченьку», русские все песни. Я, знаете, как мальчишка, это мне так нравилось, я просто замирал и слушал и думал, какая же красота. Вот вырасту, может быть, и я буду когда-нибудь петь, но я и не подозревал, что скоро это все случится. И вот, когда братья и сестры шли на урок к Андрею Марковичу Лабинскому, а жил он на Маховой тогда улице, и вот он часто шутил, всегда и говорил, ну, вы знаете мой адрес, я живу Маховая 8, милости просим. И, значит, вот они шли к нему на занятия. Иногда и я, да и не то, что иногда, а очень часто, и я бывал там на занятиях. Но я где-то скромно сидел в уголке и замиранием слушал вот эти вещи, которые поют. Ну, естественно, и у меня уже отложился вот этот вот и оперный, и вот романсы, этот романсовый камерный репертуар. Понимаете? И вот случилось так, что я в школе случайно, где-то в коридоре, быстро пробегал, пел арию Греймина. У нас был такой учитель Дмитриев, очень хороший, он преподавал нам музыку и пение. Он услышал меня, схватил за рукав. «Постой, постой, что ты поешь?» Я говорю, «Да, кажется, вот арию Греймина». «Да, конечно. А ты знаешь ее всю?» Я говорю, «Знаю». «А под рояль можешь спеть?» Я говорю, «Никогда не пробовал». «А что ты еще знаешь?» Ну, я ему назвал несколько вещей. Он говорит, «Ты знаешь, я в следующий раз принесу ноты, давай попробуем». И он принес несколько там экземпляров нот. И вот первая ария, которую я спел, Греймина. Он говорит, «Да ты подожди, да как же это у тебя все звучит-то? Удивительно, ты же совсем мальчишка, и все у тебя прозвучало. Ну-ка давай еще вот попробуем Руслана». И я спел арию Руслана, «О поле, поле, кто тебя усилил?» Он обомлел. Не столько я, сколько он. Он говорит, «Да ты знаешь, тебе надо выступать у нас на школьных вечерах самодеятельности». И в ближайшем же концерте, когда была наша самодеятельность, мне аккомпанировал Михаил Либов, мой товарищ по занятиям в школе, очень хороший был, он хорошо играл на фортепиано. И я вышел и спел две арии. Спел арию Руслана и спел арию Греймина. Успех у меня был, ой-ой-ой-ой-ой. Прямо меня все мои товарищи школьные, они в один голос стали говорить, «О, у нас появился свой Шаляпин», вы представляете? Ну, мне, конечно, это было приятно. И с тех пор я стал выступать на всех вот вечерах на нашей самодеятельности. И у меня уже был довольно большой репертуар. Я пел
песни варяжского гостя, «Ноченьку», «Эй, ухнем», даже пробовал и куплеты Мефистофеля. Правда, куплеты у меня получались плохо, но там это нужно уже все-таки нужно иметь настоящее мастерство. Ну, короче говоря, случилось так, что у нас в школе был концерт, но не самодеятельности, а выступали профессиональные артисты. И среди них выступал Сергей Петрович Юдин. Это был один из самых популярных теноров того времени. Ну, он имел такой же успех, как Козловский, как Лемешев, не меньше. И вот когда он спел и отдыхал после этого, ну, а мы-то все ведь, в особенности, певцы школьные, мы все вертелись, как же Юдин, Юдин, надо посмотреть хотя бы какой он. И вот я приоткрыл дверь, посмотрел, и вдруг директор, который сидел вместе с Сергеем Петровичем Юдиным, ну-ка иди, иди сюда. Я зашел, и он ему говорит: Сергей Петрович, вы знаете, вот у нашего вот этого учащегося, у школьника, у Ивана Крауза, у него хороший голос, и он хорошо поет. Вы вот послушали бы вы его. Ну, тот сначала вроде как хотела, ну, как-то от этого избежать этого. Но потом говорит: ну, давайте, а что вы можете спеть? А мне директор говорит: ну, беги, принеси ноты. А я жил напротив как раз мой дом, прямо напротив школы. Я побежал, принес ноты. Ну, и мне Юдин говорит: ну, что вы споете? Я говорю: ну, или Гремина, или Руслана. Вот это да. И я спел ему эти арии. Когда я закончил вторую арию, он говорит: ну, молодой человек, послушайте меня. У вас такой голос, да вы еще к тому же и очень музыкальный. Вы должны обязательно идти по-настоящему учиться. Только не где-нибудь, а в настоящее музыкальное учебное заведение. Ну, конечно, не в консерваторию, это естественно рано, но в музыкальную школу при консерватории. Или вот есть, тогда был не институт, а училище имени Гнесина, вот туда, там много было таких. Ну, идите, и по-настоящему вам нужно заниматься. И вот он мне как-то, знаете, заронил такое, ну, зерно и надежды, и радостное такое. И все мне стали мои друзья советовать: ну что ж ты, иди, поступай, иди, держи экзамены. Куда? Думали-думали, и коллективно надумали, что я должен идти в театрально-музыкальное училище имени Глазунова. Это училище находилось в теплом переулке, около Крымского моста, теплый переулок, там, где вот церковь такая красивая стоит. Вот. И я пошел и записался на пробу. И вот что интересно. Я пришел в день назначенный. И когда я вошел во двор, а было тепло уже где-то конец июня, я как глянул, у меня сердце ушло сразу в пятки. Полный двор желающих поступить в училище. 200 человек, не меньше. А принимают-то где-то 18 или 20. Ну куда же? Я уж хотел уйти. Но какой-то бас, там, с которым я уже успел познакомиться, он мне говорит: ну что же ты, куда ты уйдешь? Что же, пришел, так что же, ну попробуй свои силы. Что же, ты же записался, все, ну что, это несерьезно, иди. Ну я, ну надо ждать, когда вызовут. И вот вызвали сначала его. Вот он пошел. Потом через несколько минут он выходит, такой расстроенный, мрачная такая физиономия. Да ну, провалился. Только знаешь, говорит, я тебе что скажу. Комиссия сидит, ну, словно тигры. Они смотрят такими глазами, пожирают прямо тебя глазами. Ты вот выйдешь, ты на них не смотри. Ну, настала моя очередь. Я пошел. А так как было очень жарко, я пришел на эту пробу в локомотивской майке. И когда я вышел на сцену, вот
одетый в эту майку, я, конечно, сразу произвел впечатление на комиссию. Они встали смеяться и весело и веселились. Потому что на мне была красная майка с продольной вот такой полосой, которая идет от головы вот так через все туловище и с короткими рукавами. Но когда я вышел, и когда они посмеялись, успокоились, потом, значит, директор спрашивает: ну, а что вы нам споете? Я говорю: ну, арию Руслана. Вот когда я сказал, что я спою арию Руслана, я посмотрел, у них это все веселье и улыбка все исчезла. А почему? Но ведь ария Руслана, она даже трудна для профессионала, а тут мальчишка, сейчас вот такой, как тростинка, а я был худой, будет петь Руслана. Но они все приготовились слушать Руслана. Но я-то вспоминаю слова моего баса, который только что пел, который сказал: тигры сидят. Посмотрел, действительно, они сидят очень так строго, с таким строгим настроением. Я отвернулся в сторону, а тут как раз слева было маленькое окошечко, которое выходило во двор. И вот арию Руслана я пропел не в зал, а вот сюда, в это окошечко. И когда я закончил, и, конечно, я вызвал тоже очень такое, ну, веселое настроение, что это он все пропел в сторону, в кулис. И когда, значит, ко мне подошел, после того, когда я спел арию Руслана, ко мне подошел зав. Учебной части. Был у нас такой Гладштейн. И он, значит, подошел, да, и говорит: вы знаете, вам на второй тур приходить не надо. Комиссия решила, что вас можно принять после первого тура. Так что вы не приходите. Но только скажите мне, Наум Ефимович, Гладштейн, заведующий учебной части, а почему вы всю арию пропели вот туда, в сторону? Смотрели куда-то в окошко. И когда я ему сказал, что я не хотел видеть вот этих злых тигров, он так рассмеялся и еще раз рассмешил всю комиссию, и я был принят. Конечно, слух об этом облетел всех, кто пришли сюда на это прослушивание. Но я уже, знаете, как шел, на меня смотрели все как на победителя. Но мне было приятно, не скрою. Но потом Наум Ефимович Гладштейн мне сказал: Ваня, когда я уже учился, ведь вы знаете, какой бой я выдержал за то, чтобы вас приняли в училище. Ведь когда комиссия узнала, что у вас отец и мать арестованы и сосланы, вас не хотели принимать в училище. А я им доказывал, я кричал с пеной у рта: да вы посмотрите, из него же выйдет настоящий оперный артист, да еще какой, вы увидите. И я, говорит, им доказал, что это так. И я, говорит, не ошибся. Вы будете вот таким артистом. Понимаете? И тут началась моя учеба. Но должен сказать, все эти годы, вот до того, как я уже стал петь в самодеятельности, я очень сделал большие успехи в спорте. Я уже говорил, что я был главным нападающим детской команды, юношеской детской команды Москвы. Я играл тогда за юношескую команду «Локомотива». У нас была очень сильная команда. И мы даже не уступали нашей команде мастеров. Когда мы с ними играли гандикап, вот такая есть форма игры, это более высокая по классу команда, она дает вперед очки. Ну, до 15 надо сыграть там первый тайм. То есть, ну, тайм каждый. А мы никаких этих очков не признавали, и мы играли на равных. И мы обыгрывали свою команду мастеров. И, естественно, меня взяли в команду мастеров. И года три, наверное, я играл в команде мастеров. Но когда я стал заниматься пением, я понял, что совместить
настоящее, профессиональное свое отношение вот к спорту и к пению невозможно. И по очень простой причине. Но в спорте я вот, конечно, затрачиваю огромное количество физических сил, энергии. Ведь играешь не полчаса, играешь 2-3, иногда и 4 часа подряд. Весь мокрый. И чуть ты где-то попадаешь под ветерок, моментальная простуда и все. А в пении как? Ну, если ты чуть-чуть простудился, ты же уже петь не можешь. И тут что интересно. Ведь вот когда человек начинает профессионально заниматься, ну, предположим, пением, или балетом, или спортом каким-то, и вот именно те мышцы и те аппараты, которые связаны, ну, это в данном случае у нас с пением, у балета это ноги и руки, это у спортсменов то же самое, как раз они чаще всего подвержены вот такому риску вот простуды и так далее. Ну вот, и мне пришлось выбирать либо спорт, либо пение. Но я выбрал пение. В училище, в Глазуновском училище имени Глазунова, я попал в класс Анатолия Константиновича Минеева. Вот это Минеев со своими учениками. Вот это сидит Анатолий Константинович Минеев за роялем. А вот это нахожусь здесь я. Вот. А это мои товарищи тоже по учебе. Вот Геннадий Троицкий, который работал в радиокомитете солистом. Ну и Широков тоже работал в оперных театрах, только в провинции. Ну вот. Короче говоря, я попал к нему в класс. И это было большое для меня счастье, что именно я попал к нему в класс. Почему? Анатолий Константинович в те годы уже был, ну, пожилой человек. Уж он отпел, в общем, свои большие партии, а пел он очень такой, ну, первый, будем говорить, ведущий репертуар. Но вместе с Шаляпиным он выступал в Севильском цирюльнике. Шаляпин Дон Базилио, а он Фигаро. В Дон Карлосе Шаляпин пел короля Филиппа, а он маркиза ди Поза. Но кроме того, он был замечательный Онегин, замечательный Елецкий, Жермон. В Иоланте он был прекрасный Роберт. Причем Анатолий Константинович, он и имел очень такой звонкий, красивый голос, но он сам был необычайно красив. Он был высокий, стройный, и столько у него было поклонниц, я подчеркиваю, не поклонников, поклонников тоже много было, но поклонниц было масса, как у тенора, не меньше. Но самое-то главное что? Что этот человек был по своей природе, ну, высокой культуры человек, настоящий интеллигент. Но интеллигенция заключалась не в том, что он носил там шляпу или галстук, и хорошо отглаженный костюм, все. Нет, не в этом. Но интеллигентность во всем поведении, в общении с людьми, со своими учениками. И мы, я в особенности, я себя вот подчеркиваю, я это все впитывал, как вот губка впитывает влагу, так все то, что я от него слышал, я все это наматывал на свое, так сказать, на свой мозг, на свое сознание, все переваривал в своей, так сказать, ну, в своем организме и отбирал, что мне нужно хорошее, отложить, что не нужно, в сторону. Ну вот, и вот Анатолий Константинович, он меня очень бережно повел. Причем у меня был голос такой высокий довольно. И многие говорили, что ну, у тебя не бас, у тебя скорее баритон. А он мне сказал так:
Ваня, ну ведь вы же очень молодой человек, ну вам всего 18 лет. У многих еще только начинает формироваться или ломаться, мутация голоса происходит. Так что вы не спешите, все покажет время. И уверял меня и доказывал, что мне не надо очень трудных вещей сначала петь, что мне лучше петь упражнения, гаммы, петь вокализы и петь какие-то произведения, которые бы настраивали голос. Понимаете? И действительно это было хорошо. Но уже на втором курсе он почувствовал, что у меня голос строится правильно. Ну, причем я должен сказать, я сам очень много думал и анализировал свою работу, свои занятия, как что лучше сделать. И вот интересно, как-то я ему говорю, Анатолий Константинович, ну ведь вот понимаете, я говорю, в чем беда? Вот у меня голос, ну я уж не знаю, какой он там по тембру, хороший или нехороший, красивый или некрасивый, но вроде говорят ничего, приличный. Я говорю, ну понимаете, в чем дело? Вот у меня бас, но ведь у меня очень короткий диапазон. Я говорю, ну вот посмотрите, ну внизу вот у меня соль, а во многих партиях нужно брать фа. Это пока у меня еще не звучит, я не освоил, не нашел. Он говорит, все придет в свое время. Я говорю, ну а наверху, я говорю, ведь я вот пою там многие вещи. Ми, бекар, я беру с трудом, эта нота такая какая-то и неустойчивая, и она и не впечатляет. Я говорю, ведь басу-то нужно. И фа, и фа диез, а иногда и соль. Он говорит, да не спешите, это все придет вовремя. Но как не спешить, вы знаете, а я спешил, как и многие тоже, я спешил. Я все время занимался, искал дома, искал в классе. И вот я помню, у нас был такой бас в нашем курсе, Пластун, по фамилии Пластун. Он мне как-то сказал, Вань, знаешь что, давай поедем за грибами. Пособираем грибов и там попоем, может быть, чего-нибудь там найдем какие-то приемы. Там-то нас никто не смущает, мы можем орать в полную глотку. Ну, поехали. Не столько мы собирали грибы, сколько мы старались что-то спеть. И вдруг вот я спел какую-то одну, вторую ноту, там упражнение или фразу, и взял какие-то очень высокие ноты. Он говорит, ой-ой-ой-ой-ой, запомни, вот так, как же это звучит, вот только так вот. И я этот прием повторил, ну, минимум сто раз. Для чего? Чтобы это у меня отложилось не только в памяти, но и вот, ну, как какой-то вот нужный прием. Нашел вроде. Мышечное ощущение. Да, мышечное ощущение, да. Короче говоря, когда я через пару дней пришел в класс к Минееву, он говорит, ну давайте попоем гаммочки. А тогда я ему говорю, Анатолий Константинович, но сегодня я возьму и спокойно, свободно возьму ноту фа. А он меня никогда выше там ми-бемоля или ми-бекара никогда не вел. Он говорит, интересно, откуда же это у вас взялось-то вдруг такое? Я говорю, ну я попробовал и нашел. Не знаю, вот пришел к вам, не потерял ли. Ну да, он говорит, ну давайте попробуем. Он говорит, только вы не смотрите на клавиши. И меня отвел в сторону. И стал меня вести. Я начал петь арпеджио. И вот чувствую, что какие-то высокие ноты я пою, очень высокие. И вдруг он мне тогда говорит, Ваня, ну какую вы взяли ноту? Я говорю, ну, наверное, фа. Ну, вы думаете, фа? А вы взяли ноту соль, на тон выше. Когда он мне сказал соль, у меня вот такие глаза, понимаете, я оторопел. Я говорю, да неужели? Он говорит, ну пойдите, попробуйте. Я подошел к роялю, точно нота соль. Ну, а теперь скажите, как вы этого достигли? Но я ему говорю, Анатолий Константинович, вот с вами я занимался. Конечно, хорошо, что мы пели все эти гаммы, вокализы, все это правильно, то, что вы делали. Но ведь вы понимаете, что? Ну, мы молодые люди, мы считаем, что мы должны скорее все это освоить. И вот мы поехали
и с пластуном, и вот там вот пели эти гаммы, эти фразы. Да. И тогда он как порядочный, культурный, интеллигентный по-настоящему человек, он сказал: Ваня, вы знаете что, я вам честно признаюсь, мы педагоги, мы должны вас направлять по правильному руслу, а вы должны сами работать, и то, что вы достигаете, это должно быть, ну, 80% ваших стараний и вашего труда. А только на 20% мы можем вам по-настоящему помочь. И то, что вы делали, вот и результат. Замечательно, и продолжайте так же. И вот интересно, что у меня ведь вот голос был, как я уже сказал, ну, соль внизу и ми бемоль вверху. А тут вдруг я уже фа, фа диез брал наверху свободно, и внизу у меня голос пошел уже, и не только брал фа, но и ми даже брал внизу. Вот как расширился диапазон. Это, то есть я нашел правильное место образования звука. А ведь звук как должен образовываться? Вот у певца. Вот он в какой-то точке должен фокусироваться. Так? Фокусироваться. Но он должен быть еще обрамлен чем? Тут должны звучать и головные все резонаторы, тут должны звучать, естественно, связки прежде всего, и грудные резонаторы. Но вот когда это все совмещается, вот тогда и получается вот такое нормальное звучание по всей гамме. И вот тогда я уже почувствовал, что мне стало намного легче петь, ну, несравненно. Я уже мог петь все самые трудные партии. Ну, вы знаете, что интересно? Мои занятия, и не только с Анатолием Константиновичем, но и с другими педагогами, педагоги по сценическому мастерству, педагоги по музыке, по сольфеджио, все это шло очень успешно. И вот случилось так. Наши старшие студенты, то есть выпускники, ставили спектакль. То есть они не ставили, они участвовали в этом спектакле, а ставил спектакль Сергей Михайлович Остроумов, солист Большого театра, замечательный артист, и он был и режиссер довольно интересный. И вот он в клубе «Каучук» ставилась «Царская невеста», где как раз выступали наши выпускники. Ну, а мы все более младших курсов, конечно, присутствовали, нам было интересно, да и причем некоторых занимали в каких-то сценах. И вот вдруг Остроумов говорит: ну что же делать? Вот я посмотрел одного Грозного, второго Грозного, третьего. Ну это что, какие-то Грозные, это смешно. А дело в том, что в первом акте проходит царь Грозный со своей опричиной. И он вдруг обращает внимание нам на Марфу, которая сидит на скамеечке около своего дома с Дуняшей. И он посмотрел, какая она красивая, и сделал знак своей опричнине, что, дескать, вот эта девушка его заинтересовала. И это нужно было сыграть. Ну, а ребята не могли. И кто-то ему говорит: Сергей Михайлович, вот попробуйте Ваню Крауза. Ну, тогда я был Краузом. Ваню Крауз, вот, попробуйте. Он это сделает. Он говорит: ну-ка, давайте, молодой человек. Ну, дали мне какую-то черную такую накидку, какую-то шапку и посох. И вот, когда я прошел, посмотрел на Марфу, сделал взгляд этим самым своим опричником, он тогда говорит: молодец, идите сюда ко мне. Я, значит, спустился к нему в партер, где он сидел. И он говорит: скажите, пожалуйста, а что вы поете?
Я говорю, да, вот я сейчас еще на втором только курсе, но несмотря на это, я уже пою и более серьезные, такие серьезные вещи, которые не для второго курса, явно. Он говорит, ну а что, например? Я говорю, ну я, например, пою арию Филиппа из Дон Карлос. О, интересно, я хочу послушать. Вы можете мне спеть? Я говорю, могу. И я ему спел арию Филиппа. Когда я закончил арию, он мне говорит, вы знаете что? Я думаю, что завтра на репетиции я вам уже скажу что-то очень приятное. И все. Больше ничего. Заинтриговал. Что он мне завтра? Почему не сегодня, а завтра? И действительно, когда завтра, перед началом репетиции, мы встретились, он говорит, вы знаете что? Я договорился с Иваном Семеновичем Козловским. А вы знаете, что Иван Семенович Козловский руководит оперным ансамблем, который при Московской филармонии существует. Вот. Они занимаются в Доме ученых. И он просил вас завтра к нему прийти на пробу. Представляете? Я прямо, у меня дух захватил. Но пошел. Пришел на пробу. Ну, мне Козловский так очень как-то доброжелательно со мной поговорил. Говорит, ну что вы нам споете? Я слышал, что вы поете хорошо арию Филиппа. Да я говорю, не знаю, хорошо ли, но пою. Он говорит, ну-ка давайте спойте. Ну, много было солистов.